Друзья, рад всех поприветствовать. В работе у меня новый автомобиль. Ну, как новый, это автомобиль бэушный, для меня новый. Mercedes GL500 2011 года. И у меня возникла проблема, как оставить его на позиции нейтраль. В общем, созвонился я со своими ребятами, знакомыми, которые уже давненько занимаются Mercedes'ами. Мне они порекомендовали вот эту заглушку для системы старт-стопа без ключевого убрать. Поставить обычный ключ, замок зажигания, включить зажигание и поставить автомобиль вот таким вот образом в нейтраль, и зажигание получается выключить. После этой манипуляции автомобиль у нас остается в нейтральной позиции, поэтому берите на заметку, я думаю, для тех ребят, кому Мерседесы в новинку, данная информация будет полезна. Я, честно говоря, достаточно долго сейчас пыхтел, вертел, пытался обмануть судьбу, а в итоге оказалось все достаточно просто. Ну и, соответственно, если у кого-то есть какая-либо информация по данному автомобилю, свои ощущения, какие-то наработки сервисные, пишите, пожалуйста, в комментариях, будет интересно прочитать. Из того, что сразу наметилось, это рассогласование датчика температуры наружного воздуха с температурой двигателя. Чек сегодня вылез на эту тему. И не работает снаружи ручка открывания KLS. Ну, по интернету почитал, говорят, проблема в самой ручке. Может быть, у кого-то также есть наработки на эту тему. Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Ну, а я сейчас займусь сервисными процедурами. Благодарю всех за внимание и, соответственно, желаю всем удачи.